Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискейк. Меня зовут Ирина. Сегодня опять хочу с вами поделиться своими новинками, своим новым заказом с интернет-магазина Belloris.ru. Да, я полюбила данный интернет-магазин и хочу сегодня поделиться с вами тем, что я себе в этот раз выбрала, что я там заказала, что я купила. Если вы любите такого рода видео, усаживайтесь поудобнее и поехали смотреть. Когда я зашла на сайт интернет-магазина Belloris.ru, на самом деле там очень интересные позиции товаров, которые хочется всегда попробовать. Мне было интересно попробовать там именно раздел корейской косметики, и сегодня хочу вам показать, что я прикупила именно из корейской косметики. Во-первых, пришел заказ очень быстро, он буквально пришел, наверное, за дня 4. Для меня это крайне быстро, на самом деле, пришло это все в пункт курьерской службы, в пункт самовыдачи. И мне это очень нравится. Все очень быстро, все хорошо упаковано. Как вы знаете, я очень требовательный клиент. И если мне что-то не нравится, я об этом вам всегда говорю здесь же. Интернет-магазин просто меня покорил тем, что, во-первых, было все быстро, качественно упаковано. И мне это очень важно. Во-вторых, там очень приемлемые демократичные цены, которые тоже не могут не радовать на сегодняшний день. И корейская продукция там представлена, интересные позиции. И помимо того, что там есть корейцы, там еще есть декоративная косметика, уходовая. В общем, заходите, смотрите, я вам сейчас показываю, что я себе взяла. Первое, что я взяла себе на пробу, это была маска-пленка от бренда Elizaveco. Мне интересно сейчас пробовать именно корейскую продукцию, потому что, мне кажется, она очень достаточно действенная. Данная маска-пленка у нас предназначена для очищения и сужения загрязнения загрязненных пор. Тут нарисована такая свинка, я ей уже один раз воспользовалась, могу сказать. Данная маска-пленка, я ожидала от нее какой-то прям... Я читала, точнее, по отзывам и слушала то, что это какая-то зверская маска-пленка, которая выдирает все, что только можно. По мне она оказалась достаточно просто хорошей маской-пленкой. Конечно, я еще ей попользуюсь и вам чуть позже расскажу, но по первому впечатлению она мне очень понравилась. Цена у нее не бюджетная, но мне кажется, она должна очень хорошо даже почищать поры. Сейчас объясню почему. Некоторые маски, пленки, когда мы их наносим, они выдирают все волоски, весь пушок на лице, но забитые поры оставляют. Когда я ее один раз нанесла, она действительно немножечко почистила поры, но сам производитель говорит то, что ей нужно пользоваться до 2 раз в неделю для того, чтобы увидеть действительно хороший результат. Я как поделаю хотя бы недельки две и попользуюсь, я вам потом в дальнейшем расскажу, стала она хорошо работать или нет. Но упаковки это, конечно же, отдельное просто что-то. Мне очень понравилось то, что мне, точнее, очень нравится бренд Elizaveco за их смешные, интересные упаковки. Следующее, что я решила попробовать, и что я попробую, наверное, уже сегодня, это мое будет первое знакомство с брендом продукции Secret K. Это их маска для проблемной кожи, для очищения и сужения пор. Она идет в такой вот упаковочке, это глиняная маска, я ее еще не пробовала, ее, точнее, еще не пробовала, здесь ее 100 грамм идет, как попробую, обязательно вам, девочки, расскажу. Но мне прям дико интересно то, что она должна сделать, она должна очистить поры, заметно их сузит, и они должны быть ровными и чистые. Активные компоненты маски ускоряют процессы регенерации, благодаря чему кожа становится упругой и эластичной. Так что буду надеяться, что после того, когда я воспользуюсь данной маской, моя кожа будет действительно очень красивая, чистая и эластичная. Также мне было интересно попробовать еще кое-какие две масочки, и это была продукция от бренда Миша. На самом деле, первое, что меня цепануло, это упаковка. Потом это уже название, но это вот прям честно, положа руку на сердце. Это две такие, знаете, майонезные какие-то вот, знаете, это вот даже не майонезные, это упаковка... Кто они, летчиков-космонавтов, да, вот как они кушают свои пюрешки, либо детская пюрешка, это вот такая же упаковка, но она, кстати, очень экономит место, их можно убрать в путешествия, в какие-то поездки, и очень удобно в косметичке будет экономить место. Но с какой начнем? С первой, вот с этого давайте начнем. Это у меня идет ночная маска для лица с экстрактом чайного дерева, здесь ее
10 миллилитров. Цена у нее была достаточно приемлемая, она стоила, данная масочка, 100 рублей, я решила, почему бы нет. Кстати, я заметила, что на сайте beloris.ru цены, они идут чуть ниже, чем у других каких-то сайтов, которые я видела сама лично, и это еще один повод зайти там что-то купить, потому что всегда очень приятно, во-первых, помимо того, что хорошо обслуживают, еще и приятные цены. Данная маска у нас обладает успокаивающим бактерицидным действием и снимает стресс с чувствительной кожи. Конечно, как я воспользуюсь, обязательно вам расскажу. Я ни разу не пробовала никакие ночные маски, для меня это что-то прям будет новенькое. И следующая ночная маска, которая тоже мне была очень интересна, это ночная маска с экстрактом зеленого чая. Она должна возвращать тусклой коже яркость, сияние, стимулирует рост новых клеток. То есть, как бы в дуэте, вот если чередовать, у меня все прям, знаете, кожа должна быть какая-то нереально классная, крутая. И вообще, как бы у корейцев всегда такие интересные заявления у масок идут, надеюсь, то, что данные маски на мне хорошо поработают. Данная масочка, кстати, тоже стоила 100 рублей, это очень достойная и приятная цена, по моему мнению. Вот такой небольшой заказик у меня был с этого интернет-магазина, с интернет-магазина beloris.ru. Если вы пользовались уже теми позициями, которые я вам сегодня показала, теми продуктами, конечно же, дайте знать, расскажите свое мнение, что вам понравилось или нет. И, девочки, кто пользовался вот этой вот масочкой от Secret K, Pore Minimizing, расскажите, пожалуйста, понравилась она вам или нет, дайте знать, мне интересно будет узнать ваше мнение. И, конечно, не забывайте подписаться на мой инстаграм miskik9970, там, конечно, я с вами поделюсь своими первыми впечатлениями после использования данной масочки. И не забывайте то, что в сторис у меня с вами там ежедневные влоги. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, спасибо, что вы были со мной. Увидимся с вами в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока.